Долгожданный летний фестиваль музыки Summer Fest 2021 пройдет 27, 28 и 30 августа в Ботаническом саду, все это в столице. Hit FM приглашает всех провести это время с нами. Выиграть билеты ты можешь прямо зарегистрироваться на сайте hitfm.md. Да, и у нас есть человек, который сегодня, собственно говоря, оставил заявку, и мы ему дозвонились, и он у нас сейчас в эфире. Доброе утро. Андрей, будем обменяться. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Предлагаем тебе сыграть в игру «Цена подсказки». То есть сейчас у нас есть артист, который зашифрован, тебе нужно отгадать, кто это. И есть две подсказки. Но за каждую подсказку ты должен будешь выполнить задание. И вот у нас есть две подсказки, тебе на выбор мы предлагаем. Смотри, за первую подсказку тебе нужно будет в прямом эфире спеть фрагмент песни артиста, про которого мы задаем вопрос. Ну или хотя бы несколько слов. Да. Или есть другой вариант, может быть, менее позорный для тебя. Слушатель должен в прямом эфире признаться в любви своему начальнику на всю страну, назвав его имя, фамилию и сказать, за что он его так сильно любит. А это второй вариант, кстати, может быть, тебе поможет продвинуться по карьерной лестнице. В общем, ты бы что выбрал? Спеть или признаться второй, в любви? Второй. То есть ты выбираешь вторую подсказку. Отлично, тогда мы даем тебе вторую подсказку. Итак, вопрос следующий. В одной из своих очень известных песен, да, Кристин? Этот артист признался, что является антипримером. Кто этот артист, который никогда не снимает капюшон? Карлос Дрим. Совершенно верно, да. Абсолют коррект, Андрей. Вот, поставь его фрагмент. Ну что, а теперь самое время выполнить обещание. То есть ты ответил правильно, но, как мы и договаривались, тебе нужно будет в прямом эфире признаться в любви своему начальнику, и, может быть, завтра ты уже там будешь директором. Директором вместо начальника. Итак, назови его имя, фамилию и скажи, за что ты его так сильно любишь. Слово тебе. Андрей Трифовуцан. Он идеальный начальник и лучший всех в мире начальников. Сколько искренности в этих словах. Скажи, что ты его любишь, это обязательно. Очень люблю. Мы тебя поздравляем. Ты становишься обладателем наших призов и сможешь на Саммерфесте замечательно, здорово провести время в компании артистов. Iar dacă vrei și tu, atunci lasă o solicitare pe hitfm.md și cine știe, mâine poate anume pe tine te sunăm, vei fi câștigător a două abonamente la Saммерфест, evenimentul anului muzical. Начни день весело.